Итак, у нас заправленная кровать. Скажу просто основные моменты. Простынь мы заправляем под матрас. И обязательно смотрите, чтобы уголки простыни были красиво заправлены. Также то, что касается одеял, мы кладем два одеяла по центру, так, чтобы у нас приблизительно с обоих сторон было, ну, приблизительно одинаковое расстояние. Обязательно смотрите, чтобы одеяла были в центре, рядом друг с другом. Также мы подворачиваем, скажем так, отступаем чуть-чуть одеяло от начала кровати. И здесь, в этом месте, подворачиваем одеяло таким образом, чтобы оно у нас не вот так вот было, а чтобы красивый такой финал, штришок. Подворачиваем его таким образом и обязательно смотрим, чтобы в этом месте тоже была красивая линия. Расскажу вам, как сворачиваем полотенце. Полотенца у нас есть большие и маленькие. Сначала сворачиваем большое полотенце в три раза. То есть кладем полотенце, сворачиваем на одну треть и сворачиваем еще раз на одну треть. Также сворачиваем второе полотенце. Одна треть. И еще раз. Как мы сворачиваем маленькие полотенчики? Они у нас уже свернуты таким образом. Мы просто их складываем пополам. И второе полотенце тоже складываем пополам. Теперь маленькое полотенце кладем с края большого полотенца. И тапочки кладем с другого края. И этот комплект аккуратненько кладем